Друзья, сегодня произошла непредвиденная ситуация, и я даже не буду вставлять то, что я записывала в магазине. И да, вы сейчас видите акцию минус 30, но это в последний раз. Сегодня я просто хочу показать вам, что снимала вчера, какие к нам пришли новинки. Например, в Синсее появились вот такие замечательные корзины по не очень приятной стоимостью в 1299 рублей. Цены в магазине подросли, соответственно, вместе с долларом, хотя сейчас все падает, но, видимо, магазин решил пока не менять. Просто сделали скидку минус 30 на коллекцию. Вот, например, замечательные плетеные корзинки. Корзинки за 600 рублей в сочетании металла с деревом. Все это, как всегда, выглядит прекрасно в магазине Синсей. Идеальный декор для дома. Много свечей больших, сделанных из воска и парафина за 600 рублей. Раньше они стоили намного дешевле. Новые кашпо для цветов в коричневом оттенке за 599 рублей. Декоративные растения в горшочках 899 рублей, внутри камешки. Выглядит реалистично, но согласитесь, цены кусаются. Металлический декор Home. Плетеные корзины 899 рублей, в которые можно упаковать хлеб. Коробочки для салфеток, выполненные из дерева. Очень тяжелые, но красивые горшки за 699 рублей. Снизу есть противоскользящие ножки. Наволочки на подушку с кисточками по краям. Размер 40x40 за 549 и 699 рублей. Цвета в ассортименте. В стильных баночках с крышкой, сделанных из стекла, прячутся свечи 549 рублей из парафина. Другой аромат и баночка в коричневом цвете, а свеча с тремя фитилями. Пахнут они ароматно. И как вы понимаете, это видео было снято вчера, и я не знала, что произойдет сегодня. Белые свечи с лилией и гранатом тоже большие. Еще одно декоративное растение в горшочке, только здесь не камешки, а мох. Ну или что-то подобное, 549 рублей. Кроме этого, в магазине Синсей есть корзины с ручками, которые можно использовать для хранения пледов или поставить в них цветы. Серые горшочки такие же, как и белые. Эти корзинки тоже с ручками, только поменьше. Плетеные без ручек и самые огромные за 1600. Декоративные подушки по новой стоимости 699 рублей. Представлены в сером и розовом цвете. Эти подушки по 599 рублей в сером, белом цвете. Пледы небольшие, но их всегда хорошо разбирали. Коврики размером 60 на 90 в сером и черном цвете. Я такой себе приобретала, было это правда давненько, и стоил он не столько, 699 рублей. Чашечки с сердечками, просто нереально дорого, 549 рублей. Новая коллекция столовых приборов, прищепки 279 рублей. Ножницы тоже со скидкой, вся коллекция минус 30. Деревянные лопатки, шумовки 449 рублей. Три миски пластиковых теперь за 699 рублей. А доска так вообще 899 рублей. Снизу есть жестяные баночки. Баночки для масла за 899 рублей. Основа сделана из керамики, крышки из бамбука. И хоть они очень красивые и стильные, но кто за такие деньги их сейчас покупает? Я уже показывала ранее в магазине, что есть жестяные банки для хлеба в белом и черном цвете. По новой цене за 1149 рублей. Меня вся эта ситуация, конечно же, пугает, потому что я не верю, что какая-то доска может стоить 700 рублей, пускай даже из дерева. Новые баночки для соли и перца, две штуки, с отверстиями 549 рублей, с надписями. В белом цвете на подставке. Декоративные наволочки на подушку 449 рублей, 40 на 40 сантиметров, красивые. Корзинки металлические в золотом цвете 1099 рублей. Таких можно хранить журналы или канцелярию. Наволочки в розовом цвете. Есть даже однотонные 549 рублей. Как всегда, есть пледы с шариками на концах, пуфы по 1600. Новенькие подставки для украшений.
Снизу можно вставить кольца. 899 рублей. В магазине Синсей можно было найти даже ручки. Прозрачные за 449. Подсвечники в золотом цвете подобные привозили в фикс-прайс, но явно дешевле, здесь они по 700. Есть такие же поменьше за 549 рублей. Маленькие золотые рамки и вот такие тарелки из прошлых видео. И еще очень много красоты. Кружка из керамики 350 мл, 549 рублей. Красивое сочетание серого и розового, а также есть фисташковый. Потрясающая деревянная доска, которая мне приглянулась, но не за эту цену, 899 рублей. Повысилась цена и на кружки, которые были ранее представлены в магазине, 549 рублей. Глянцевое покрытие и блестит золото. Подставки под горячее 359. Фаворит сегодняшнего дня это кашпо за 549 рублей, и для него это неплохая цена. Оно увесистое и не маленького размера. Есть еще в черном и белом цвете, полоски как будто бы нарисованы вручную. Цена аналогичная, не столь красивые. Простыни размером 900 на 200 сантиметров на резинке. И также есть 180 на 200 за 900 и 1150. Магазин уже готовился к летнему сезону, привез купальники, солнцезащитные очки. Все такое яркое, привлекающее внимание. Но уже совсем с другими ценами, не то, что было раньше. Хотя очки за 449 это все еще низкая цена. К сожалению, друзья, я думаю, вы все поняли, магазин закрылся. Я благодарю вас, что вы досмотрели его до конца, поддержите мой труд лайками и комментариями. Я надеюсь на лучшее будущее. Пока-пока!